Азербайджанские шахматистки победили армянок и взяли медаль чемпионата Европы. Женская сборная Азербайджана по шахматам завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы в грузинском Батуми. В последнем туре была одержана победа над Арменией со счетом 2:5:1. Мужская сборная победила словенцев 3:1. Женская сборная в составе Гюнай Мамедзаде, Ханым Баладжаевой, Гюльнар Мамедовой и Тюркан Мамедьяровой оказались сильнее армянок.